Речь сегодня идет о книге «Фантомные бори», которую я написал в поликлинике в июне месяце за неделю до операции, надеюсь, последней, и две недели после. Операции. Легкой жизни я просил у Бога. Легкой смерти надо бы просить. Фантомные боли. Меня всю жизнь рвали, трясли, рвачи, трясли, как грушу, терзали душу, рвали телеса. Вчера мне ампутировали душу. Я жил спокойно, целых два часа. Телесные усиливались боли, зато душевных не было болей. Там было пусто, словно в чистом поле. И я был рад и счастлив, дуралей. Я ликовал, я клал поклоны Богу за избавление от лихих ночей. Но вскоре вдруг неясную тревогу я ощутил и начал звать врачей. Я стал просить, чтоб мне вернули душу с ее грехами, болью и тоской. И пусть меня рвачи трясут, как грушу, мне трудно жить с утратою такой. Я как дельфин, что выброшен на сушу волной прилива. Вскоре мне Господь вернул назад мою больную душу и вставил вновь в истерзанную плоть. Теперь душа болит еще сильнее, не только ночью, но и белым днем. Но я доволен, мне привычней с нею, чем без нее. И мы еще споем. В общем, это мне позволило написать несколько стихотворений о любви. Вот одно из них. С эпиграфом из Анны Андреевны. Как вплелась в мои темные косы серебристая нежная прядь. Стихотворение назвал «Помнишь?» Помнишь, как шелестел волжский ветер, и волна исчезала в песке. Лишь вчера у тебя я заметил серебристую прядь на виске. По реке теплоходы сновали то легко, то надрывно гудя, трубя. Говорил я тебе не вчера ли, что не мыслю я жизнь без тебя. Помнишь, как шли на дно две монеты, за собою рыбешек маня? Не вчера ли ответила мне ты так же тихо, что любишь меня? Годы канули в волжские воды и ушли, словно волны в песок. Но снуют по реке пароходы и блестит, серебрится висок. Работает мне уход. Кукушка, старая ворона, нет, у меня полно забот, и мне сейчас не до хорона. Мне надо многое успеть, и я молюсь другому Богу. Смотрите, снова листьев медь ковром ложится на дорогу. Я с детства рад такой поре, что, полагаю, не напрасно в мой день рождения в октябре. В
всегда тепло, светло и ясно. Пошел восьмой десяток мне, ах, снова эта цифра восемь, но я мечтаю о весне, хотя еще в разгаре осень. Браво! Раненько, часов шести, молча приду на свидание к вербе, но не скажу ей, как Чехов, их Штербе, а обниму и скажу ей, прости, ты вспоминай обо мне, как о сыне, чья побелела давно голова. Дальше пойду на свидание к Рябине, чтобы сказать ей все те же слова. Я попрощаюсь с березой и кленом, я им скажу, вспоминайте меня осенью желтым и летом зеленым, все мне простив и ни в чем не виня, кольца свои покажу годовые, всю сердцевину открою для них возле села, где дубы вековые, каждой ольхе прочитаю я стих. Чуть погодя, возле ивы плакучей тоже всплакну, поглядев на закат, и подгоняемый серою тучей молча пойду без оглядки назад. Простите, но ты... Пресса новая, начинающая, прочитала эти стихи, Евгений Павлович сидел молча, минуты две осмысливал, потому что ну совершенно сырые, без рифмы, ну неинтересные совсем стихи. Думаю, что же будет? И как он вышел из этого положения? Сказал: да, молодец, у тебя все впереди, а вот смотри, какая у тебя замечательная рифма. Изумрудные купола. Я такого не видел нигде и не слышал. Все. Ребенок счастлив, я тоже. Все закончилось благополучно. Спасибо вам большое за рассказ. Спасибо, Алина. Я сейчас вспомнил этот эпизод. Вспомнили? Честное слово, вспомнили. Помните? Ну, это стихотворение забыть нельзя было. Спасибо. Плохое очень. Не можно сказать пару слов. Да. Еще бы нет, Геннадий Александрович. Я всегда восхищаюсь, да, талантом Гусева, ну и завидую очень здорово его работоспособность. Проси у Бога, не проси я, не будет ничего потом в душе моей. Не та Россия, что вижу каждый день кругом. Я телом слаб, но не калека и не во власти сатаны. Я болен той болезнью века, которой многие больны. Я не могу жить без печали, без боли за свою страну. Какие пречи не звучали, я у болезни той в плену. Я знаю точно, что вовеки мне не покинуть этот плен. Смешны мне люди, человеки, что не желают встать с колен. Я не устал еще от жизни и говорю на склоне дней. Болезнь любви к своей отчизне во мне с годами все сильней. Молю Всевышний, дай мне силы нести дальше сей недуг. В душе моей не та Россия, что вижу каждый день вокруг. Рос, а телом опережал свои года. Живу, как в доме опустелом, где гулко капает вода. Это года мои из крана стремятся вытечь до конца. Там, где душа была, там рана,
и скорбный лик вместо лица. Иду на ощупь, осторожно, закрыты ставни, света нет. Привыкнуть к боли невозможно, а как избавиться, секрет. Я пооглох слегка, но слышу под плач отшельницы совы, как покрывает осень крышу червонным золотом листвы. Я поднимаю к небу руки, прошу, молю, на склоне лет, Господь, избавь меня от муки. Не получил пока ответ. Ну, так вот, одни только и делают, что не ошибки, воротят Бог, на что, а их еще и награждают, да. А тут прям такое это все, ну, как бы, ну, мы почему-то все воюем. Очень жаль, очень сложно и трудно. Поэтому видеть вас, любящих творчество, уважающих, ну, любить, может, и действительно, это, ну, дело сложное и такое, когда, а уважать, оставаться человеком, мы должны беречь каждую минуту в этой жизни, каждую минуту жизни. Даже если мы 100 лет живем, это миг. Вот мне кажется, что вся моя жизнь была подготовкой к жизни, только бы работать. И вот эта книжка, Женя, как пример того, каким надо быть, как надо жить, как надо понимать и сознавать себя, живущего на этом. Творите добрые дела. Спасибо вам, что вы пришли. Я сказать все, говорить, я много говорю, так много забираю времени, да? Вот. Но я так благодарен видеть вас. Я так рад ваши лица, ваши взгляды, ваши улыбки. И тепло ваших сердец. Оно идет. Взаимно. Олег Павлович, спасибо вам большое за ваш характер, за вашу доброту, за вашу отзывчивость. Это вам. Евгений Павлович. Я представлю тебя, можно? Ну. Моя хорошая, это старинный мой друг Люба Смирнова. Муж ее был капитан подводной лодки, понимаете, который простоял 18 лет, да? У берегов Америки. Вот. То есть это люди, которых нет, которых невозможно придумать, которые, если бы их не было, не было ничего бы светлого и доброго нашего. Да? И вот Любушка тоже пришла поздравить Евгения Павловича здесь, за одной взят хватит. Невесомости прожитых лет, но родятся в душе моей песни, значит, мил мне еще белый свет, говорят, постынь-ка ты малость, не в ходу нынче шпоры и плеть, но пока в мою душу усталость не проникла, мне хочется петь. Говорят, нет от возраста средства. Что ж, не зря, может быть, говорят, но в душе мне, скажу без кокетства, в лучшем случае за 50, возраст осени, это слова лишь, безобидное в общем, но ложь, тот, кто молод душой, тех не свалишь, не возьмешь, за здорово живешь, был готов перезревшую вишней я опасть, опуститься ко дну, запропасть. Но однажды Всевышний не спаслал мне любовь и жену. Я при ней научился быть взрослым, перестал прыгать словно дитя. То, что ангел-хранитель мне послан, догадался я годы спустя. Спрячь подальше медали и китель, говорят мне, в пижонстве виня, я бы спрятал,
но ангел-хранитель видеть в форме желает меня. Серебрится атыния, озимь, под ногами листва, словно медь. Да, мой возраст, чего уж там осень, но хоть тресни, мне хочется петь. Прекрасно, прекрасно. Браво!